Поэтому я в этом смысле считаю, что Петербург, увы, не является европейским городом, а является в этом смысле уникальным и печальным примером того города, где в Европе в 21 веке люди не могут выйти к парламенту и к правительству. Вот это стыдно, с моей точки зрения. Пожалуйста, Милонов. Уважаемый Максим Львович, что касается стыда, то вы обратитесь к тому, к кому вы обычно обращаетесь, к западным странам. Именно к ним вы отправили свое обращение. Вы, российский политик, вы просите, вы клянчите у западных стран не пускать Тихонова за границу. Вот для вас самое страшное наказание, не получить доступ в Европу. Вот вы, как российский политик, вам должно быть стыдно, что вы в качестве меры наказания просите, пожалуйста, уважаемые наши руководители, тайные водители наших мыслей, сценаристы наших оранжевых революций, не пускайте Тихонова к вам в Европу. Так вот, как вы можете сказать, что, почему вы прикрываетесь встречей с избирателями, хотя встреча с избирателями происходит в другом месте, почему вы приводите людей, бандитов с коктейлями Молотова, которые хотели закидать людей горючей смесью, тротиловыми шашками, дымовыми шашками, и вы привели этих бандитов, которые были пойманы. Спасибо гражданину Тихонову, нашему вице-губернатору, что он поймал этих бандитов, а вы являетесь таким же, как ваш духовный лидер, вопрос, гражданин Троцкий, который очень плохо кончил. Вы предводитель мародеров 17-го года, вот вы кто. Виталий Валентинович, спасибо за вопрос, я вас серьезно не воспринимаю, поэтому и отвечать не буду. Это право депутата. Спасибо. Пожалуйста, Лужечко.